Добрый день. Мы приехали на Беловское водохранилище, которое местные называют Беловское море из-за его размеров. Протяженность его более 10 километров. Ширина от 1 до 2 километров. Водохранилище не глубокое. Средняя глубина где-то 4 метра. Оно находится между поселком Инской и деревней Короткова. Это Беловский район. Вот это Золотой пляж. Песчаный. Здесь, вон, видите, горки есть. Но здесь нельзя остановиться с палатками. Пляж только вот такой. Приехал, отдохнул на день и поехал дальше. Мы сейчас поедем дальше, где палаточный городок.